сейчас, вперед! Поля! 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 Давайте, организатор забираешь, за что? Что он делает-то? Товарищ прапорщик. Очень сложно их растить. И в этом проблема. Я считаю, что наша страна должна помочь в первую... Это Лариса Семеновна Громова. Прошу. Ребенка-то взять. Себя вы как-то прокормите. Это многие понимают. Я думаю, что только террористы прикрываются детьми. И что закон этот абсолютно неконституционный. Не, как сказать, он противоречит и человеческим законам, и букве закона. То есть это совершенно явно личная месть человека, имя которого мы все знаем. Нам перекрывают все возможности на нашу власть, запретив американцам усыновлять наших детей. Вот. Мы все здесь солидарны по одному и тому же поводу взорвать нашу страну. Но я бы хотел сказать сначала... Добавить, я свидетель. Лично, сама, живу на 9-м этаже. Но и дети, мать пропала, пила тоже, оказывается. Мы замыли.